Всем большой привет! Наша ароматная страничка немножко видоизменилась. Посмотрите, сколько ароматов я накопила за все лето. И за последний месяц, за август, это те ароматы, до которых я, в принципе, руки не дотянулись, не дотронулась. Естественно, за все лето, конечно же, я ими пользовалась. Какие-то на весну, может быть, попали. Какие-то я взяла на август, но еще не успела воспользоваться. И когда я набирала все эти парфюмы на август, я вам говорила, что на сентябрь они тоже остаются. Но, тем не менее, я их немножко отсортировала. Те, которые не тронула, я уже выстроила перед вами, чтобы на них уже внимания не обращать. В конце ролика мы их хорошенько проредим. Большую часть я уберу в ящик, потому что уже на сентябрь мне хочется намного меньше оставить на полке, потому что полка сейчас уже забита, и по факту я стала пользоваться меньшим количеством, хоть и часто, может быть, но меньшим количеством. Коробочка с пустышками парфюмированными у меня подросла, теперь она вот таких размеров. Мы ее откроем в самом конце года, в декабре. И сейчас вот так вот я ее с краешку поставлю, чтобы показать, что у меня из пустых баночек, флакончиков попадает в этом месяце в эту коробочку, в чудо-коробочку. Закончился у меня аромат, который просто проскочил вне всяких моих отборов. Faraway Rebel. Я его не так давно, прямо вот один из последних, он был у меня в покупках. Сначала я его случайно взяла, потом в один месяц немножко воспользовалась, не оставляя на второй месяц, опять я им воспользовалась. И в прошлый раз я вам сказала, что, скорее всего, он у меня так и остается. Сладкий, фруктовый, приятный. Для кого-то может быть приторный аромат, но вот на прохладный август, когда в августе стало достаточно холодно, я им с удовольствием пользовалась, и он оказался пустышкой. За 3 месяца, получается, я эти 10 мл использовала, но основной удар получался на вот последний август месяц. Когда я показывала аромат на август, я сказала, что, скорее всего, Монталь попадет тоже в пустышки, да. Его минус, он не стойкий, но это очень красивый аромат, и в течение дня рука к нему тянулась. Я им была готова поливаться, вот настолько он мне нравится, мне дарила Леночка. Лена подарила мне несколько ароматов. Вот так он называется. Я даже не знаю, что это за бренд. Это реплика или настоящий Монталь. То есть я об этом ничего не знаю. Красивый, также фруктово-цветочный аромат. Даже, наверное, больше фруктовый. Как домашний, тепленький, такой нестойкий, который хочется обновлять и обновлять. Вот он у меня тоже закончился. Тоже от Лены приезжала разливная парфюмерия, это Ренни, номер 433. И тоже в этом месяце он у меня ушел. Очень приятный, также сладковатый, вот какие-то теплые. Это вот все ароматы буквально теплые, красиво звучащие. Но это тоже был не такой, ну, не стойкий. Я его также обновляла с удовольствием в течение дня. И видно, что один, два, и вот за третий месяц он у меня также доиспользовался. Получается, аж третья пустышка за август, но это не последняя. Также закончился у меня еще аромат Nuage от Ciel. Тут было 3,5 мл. Но также несколько месяцев я его держала под рукой. И именно в этом месяце вот последний пшик он издал. Этот аромат, в отличие от первых трех, более цветочный. Тут он и теплый, с одной стороны, есть какая-то фруктовая, может, нотка, но в основном это такие приятные, нежные цветы. Я бы его даже вот какой-то классикой назвала. Вот такие 4 пустышечки попадают в эту чудо-коробочку, которую мы откроем в конце декабря. И помимо этих ароматов, давайте я вам покажу, чем я пользовалась в этом месяце и что действительно имела возможность даже вот как бы поменять зарубочку. Вот этот аромат, который я не смогла в прошлый раз произнести правильно, он ко мне приезжал из Америки, здесь целых 100 мл, он, конечно, большой флакон. Это свежесть, это чистота, это море, это даже не море, скорее, а океан. Что-то такое прохладное, даже ледяное.
Небольшая, конечно, тут убыла зарубочка, но я им раза 3-4 с огромным удовольствием воспользовалась. И мне прям вот рука тянулась эти разы пользоваться. Я этот аромат именно оставляю, я его убирать не буду. И думаю, что в сентябре мы с ним еще не раз встретимся. Еще один аромат, который тоже остается, это парфюм от Essence, разливная тоже, ну не разливная, а вот номерная скорее парфюмерия. Номер именно у этого парфюма 102, кажется, да? Я каждый раз забываю. Да, 102, вот видно, номер 102. Видно, что в Essence разливают так, что прямо до самого вот верха. Вот видите, где первая зарубка, прямо на стыке. И получается, вот им я пользовалась с удовольствием. Это свежесть, это нежность. Здесь есть и ландыши, и цитрусы. Прямо красивый парфюм остается на сентябрь. Пользуюсь с удовольствием. Вообще, в августе много вы сейчас увидите вот таких вот зелененьких ароматов. Антонио Бандерас, посмотрите, как хорошо у меня убыл. Это тоже большой флакон. Здесь 100 миллилитров. Вот такой он красивый. Куин с их знаменитой короной. Такой лаконичный, строгий. И он тоже вот такой, знаете, зеленый, чистый, свежий. Вот аромат чистоты я бы назвала. Не знаю, оставлю ли я его. Подумаю. Но пользовалась тоже с огромным удовольствием. То есть вот видите, чистота у меня тут рулила. Еще один зеленый аромат, который я не брала на самом деле на август, но посмотрите, он у меня тоже немножко убавился. Но я его брала на лето. Это Oriflame, не помню название. Красивый аромат, свежий, чистый. Зелень присутствует в нем. Ой, Люся, я не знала, что ты здесь. Может, ты не будешь здесь флаконы? Сейчас прыгнет. Давай. Ну, Люся, давай. Сейчас все пошибаешь мне. Как ты оказалась? Я думала, ты в комнате спишь. Простите, очередное это. Прямо уже как без Люси ни одного ролика нет. Я вообще не знала, правда, что она здесь. Знаете, сколько времени? 15:01 ночи. Я была уверена, что она с папой спит. Так, ну, в общем, вы поняли, да? Не знаю, я его оставлю или нет, но вот пока он у меня был в приоритете. То есть получается, вот помимо вот этих теплых, сладких домашних ароматов, вот эта свежесть у меня еще была со мной. Новинка, которую я заказывала в Avon, я его тестировала. Я брала вообще их два. И вот один у меня не попал на тестирование, как-то он у меня в сторонке остался. Вот они, зарубочки, которые я тут рисовала. А этот, видите, и тоже свежий, свежий, приятный. Скорее всего, я его уберу, не буду брать на следующее время. Но пока вот стоит. Так, я сейчас вот чуть-чуть покину, чтобы нам вот эти были хорошо видны. А эти вот сюда. Вот. Так, еще покажу вот такую конфетку. Аж из Израиля ко мне Таня приезжала. И тоже вроде бы не часто пользовалась, а сегодня обратила внимание, что парфюм-то убывает потихоньку. Он у меня стоит вот так на тумбочке рядом со мной. И поэтому не сразу заметно. Очень красивый аромат. Вот я его описать, ну, трудно описать. Он мне что-то напоминает из Эйвон. Вот что-то такое фруктово-цветочное, нежное, красивое. Вот не знаю, как я описать, но вот что-то есть в Эйвон из того, что вот я люблю. И этот с удовольствием использую бантик. Так, бантик остается. Бантик тоже остается на сентябрь. И еще два аромата, которые со мной остаются на сентябрь. Это уже из дорогой парфюмерии. Один Lancôme Trésor. Видите, зарубочки так у меня увеличиваются, уменьшаются потихоньку. Но он у меня только выгуливается на улицу. И Chanel Chance в прошлом месяце я взяла. И вот он тоже немножко убыл. Но у них разный объем. Если в этом 30 миллилитров, то здесь 100 миллилитров. Оба аромата
остаются со мной. И теперь наша с вами задача, так, цветочек этот, бантик оставляем. Наша с вами задача выбрать, что мы берем на следующий месяц, на сентябрь, помимо того, что я вам показала. Во-первых, так как мне нравится, вы заметили, да, что-то такое мелкое использовать и добивать. С прошлого месяца я оставляю аура. Здесь еще где-то половинка аромата. Я думала, я его закончу, но нет. Он остался. Из малышей Аня мне дарила от Левант. Забыла, к сожалению, название аромата. Ну вот, буду я им пользоваться, продолжать время от времени, но тоже на выход, потому что это дорогой аромат, и он на выход. Так, как домашний я беру Attraction. Очень тут плохо видно. Attraction, а вот что там дальше написано, ну, трудно. Ну, в общем, Attraction, видите, у меня тут немножко убыл он, и буду использовать дальше. Это сладкий такой домашний тоже аромат. И на постоянной основе я беру еще одну сиреньку, называется она «Очарование сирени», тоже плохо видно. Брала когда-то фикс прайс, действительно аромат такой легкой сирени, и я его буду использовать как домашний аромат. То есть если вдруг закончится, пусть не за сентябрь, за сентябрь-октябрь, будет вот работать. Так, и теперь наша с вами задача выбрать вот из этого множества несколько, буквально несколько ароматов на сентябрь. Я думаю, что обязательно со мной будет роза и зеленый чай. Вот просто на обязательной основе, потому что у меня к этому аромату рука тянулась, но я его заставила в августе и совсем забыла, что я его очень хотела. Когда сейчас доставала, прямо ахнула. Говорит, милый мой, как же я могла тебя так заставить. Он остается. Я хочу на сентябрь взять Soft Musk аромат от Avon. Далее. Так. Наверное, мы с вами возьмем Christian Lacroix Ombre. Его уже нет в Avon. Но я хочу, чтобы он со мной был. Также я беру достаточно сладкий Avon Alpha. Это очень горячо любимый аромат. Буду, думаю, часто им пользоваться. Так, и с другой стороны подходим. Давайте вот эту новиночку я свою возьму. Мусс. Очень красивый флакон. Причем вот дно, видите, где, кажется, такое убить можно, да? Но здесь все равно 100 миллилитров, то есть он большой. Я беру его. А, так, много-много я решила не набирать. Знаете, я что хочу? Я хочу потихоньку добивать вот этот аромат, потому что боюсь, что это Faberlic. Он уже вышел с каталога, и он может у меня просто испортиться. Он достаточно сладкий, пока свежо на улице, его выгуливать можно. И плюс флакон 30 мл, и здесь осталось немного. Поэтому вот этот аромат я тоже беру с собой на этот месяц. Так, куда мне его поставить, чтобы было его тоже видно. Давайте вот так. Думаю, как домашний, давайте карамельную грушу. Возьму, вот так положу. И последний. Давайте последний. Какой взять? Давайте опять сладкий. Тянет на сладость, поэтому берем Happy Dizziak. Пусть он будет. Видно, что он у меня в этом году прям был целый. И сейчас на данный момент уже вот где. То есть он потихоньку тоже убывает. Давайте на Шанель его поставим. Вот, все. Это все, что остается у меня на полке. Все остальное я сейчас уберу, независимо, пользовалась или нет. Ну вот, пока так. Девочки, огромное спасибо за внимание, за просмотр. Спасибо, что вы остаетесь со мной. Спасибо, что вам нравится моя подача роликов с парфюмерией. Пусть я не описываю ароматы, описываю свои чувства. Может быть, где-то вот и вот этот, не знаю, это можно назвать азартом или интересом вот с этими зарубками, как оно уменьшается, потому что в конце года будет итог, сколько пустышек и сколько ароматов получили вообще
зарубки, то есть которые у меня в течение года попали ко мне в руку, и сколько из них уменьшалось. То есть это, мне кажется, все будет интересно. И в итоге мы увидим из всей моей коллекции нетронутые ароматы, которые в руки ко мне за весь 2020 год не попали. То есть такой вот годовой у нас получается проект. Мне кажется, он по-своему интересен, хотя и долгоиграющий. Буду с вами прощаться. Всего вам хорошего, приятного времени суток. Всем пока!